Инг, ты вернулся на YouTube. А будет видео с адекватным школьником? Будет новая часть Айнфром Раша. Ты в курсе, что отчаянно переводится как Китай? Закончить по деньги? Ты еще будешь играть с Морси? Будет делать совместные видео с Сеником? Стоп, свой канал. Видео по Лафта 2. Тебе реально 34 года? А Абхаз, которым ты постоянно палишься, Господи, это монтаж? Ты же шутишь, что ты правда читаешь все комментарии? Знаешь что? Отвечаю всем. Да, отвечаю. Хе-хе, да. Теперь все счастливы. Чё, контент делать будем? Топчик займем. Будет контент. Думаю. Договорились? Давай. Ну и все. Все, один остался. Не хотите сковородку его или что-то типа того? Нет сковородок. Сковородки нет. Кулаками. Вон он. Только не убивай. Все, он вот тут, помогите. Взорвет, да. Почти. Вот он, вот тут. Я не стреляю. Он меня тоже добить не мог нормально. Кулаками, кулаками. На. Я контент, блядь. Я себя убью на ютубе. Жду момента. Красавчики, ребят, спасибо большое. Че, перебежим пока? Угу. Есть аптеки? Да, возьми одну. Спасибо. А ты чего голый по морозу ходишь? Замерзнешь же, простудишься еще. На, накинь хоть. О, какая у тебя классная куртка, где взял? На всемайки.ру, что ли, да? Пользуясь случаем, хочу обратиться к всемайки.ру. Крутые куртки, это, конечно, хорошо. У вас на сайте вообще много всего. Но как насчет того, чтобы расширить свой ассортимент и добавить, скажем, одежду аксессуары для наших домашних питомцев? Мне кажется, это пользовалось большим бы спросом. Я бы, например, сразу бы купил у вас какой-нибудь комбинезончик без своего Вильяма с прикольным принтом. Да, Вильям? Попрыгали домой. Куртка у меня, кстати, очень легкая и при этом теплая. Внутри синтепон. Принт я считаю себе заказал космический, мне очень понравился. Функциональность топ. Большие карманы по бокам на кнопках, один внутри на молнии, маленький и удобный кармашек прямо на рукаве. Утяжки снизу, чтобы ничего не поддувало, утяжки на капюшоне, сам капюшон можно отстегнуть. И есть даже две специальные лямки, чтобы носить куртку на спине. На сайте всемайки.ру вы найдете не только сотни красочных принтов, но и самую разную одежду и аксессуары, от прикольных кружек до теплых зимних курток. При заказе не забудьте использовать мой промокод на скидку 15%. Ссылку на сайт оставлю в описании под видео. Меня зовут Валерий. Фамилия моя Жмышенко. А отчество Альбертович. Я ВДВшник, мне 54 года. Он вас обманывает всех. Он обманывает. Так, ну-ка расскажи нам правду. Давайте, золотая мираса доберем, чуваки. Это ты, стой, стоп, что, Инг? Стой, Инг, я так скучал по твоему голосу гейскому, братишка, когда видос. Пацаны, давай, все, это надо топ брать. Сашка, как у тебя дела? Как жизнь у тебя? Хсинг, ты тут? Да, тут, привет. Как у тебя дела? Хорошо, как у тебя? Я нормально. Меня просто так прошут раскрысы. Случайно за кольцо дернул? У меня кольцо порвалось, помоги. Сейчас тебе порвется другое кольцо, если ты понимаешь, о чем я. Хорош, машина. Тут торговый автомат. О, сейчас я джекпот выбью, кстати. Вот же вот. Ты слышишь это? Че он тебе там? Сковородку какой-нибудь дал? Нет. На самом деле я просто не услышал, что ты сказал, поэтому сказал нет. Но было смешно. Да. Училась добрая, а главное религиозная. Желаю автору побыстрее закончить 4 класс. Инк, можно будет с тобой скрин сделать потом? Нет. Взамен на скрин мы тебе топ-1 сделаем. Сначала топ-1, потом скрин. Готово? 1, 2, 3. О, круто. Все, спасибо, Сашка. Потом на киви переведешь.
Блин, если мы еще топ-1 возьмем, ты просто обязан эту серию выложить. Или я тебя найду. Одного ног. Ой, хорош. Ой-ой-ой, что творит? Я убийца, пацаны. Молодцы. КГ. Спасибо за игру, пацаны. Взаимно. Все, один остался. Лево остался, один остался, лево. Ну, слева где-то. Сковородка с фигачем или еще чем-нибудь? Да, вон, вижу его. Сковородка, гоу. Пусть стреляет пока. Тише. У меня опасный не может. Давай. Сковороды нет. Дыму не видно. Где он? Убегает. Красавчик. Все, у меня внутри походу. Один остался, да. Блин, как бы его убить поинтереснее. Ушел с кулаками. Кулаками. Давай. Бегай. Иди нахуй отсюда, ты кого сможешь кулаком убить, блядь? Футсон, ванная, блядь. Давай, иди, мёрзся, блядь, шлюк. Что-то плохое сказал. Блин, нужно было машину взять, сейчас промокнем до нитки. Сука, я говорил. Ну, да, это косяк был. Кто же знал, что так лить будет? Инк еще и без ботинок. Сейчас простуду подхватишь вообще. Сейчас гром будет, молнию видел. О. Как же подсчитано. Nope. 2 hours later. Yeah, boy. Просто красиво. Чё, когда новый ролик? Завтра. Хорошо. На мне один. Далеко, близко? Меня слева добивают. Понял. Один-двое и соло осталось. Да, точно, ты прав. Сольник умер, где против двоих. Видишь, прямо смотри, видишь? Это нокнутый. Вон, все, ты против одного. Иди поджимайся, грену к ним, все, изи катка. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Я видоса жду завтра. Хорошо. Я такой женик ютубера был. Че за ютубер? У кого такой женик? Бля, или это ты? У тебя? Ты ютубер? Типа нарезки. Нарезки? Сейчас пойду, я поищу. В магазине что ли? Нарезка? Бля. Да, магазин. Один остался. Он сверху. Сковородку его запинаем? Давайте. Поехали. Вот он, вот. Где? Вот он. Иди его. Команда. Ой. Ah!
красота-то какая! Лепота!